Готовим мясо по-французски, но только пипе вариант. Для этого нам нужно куриное филе, грибочки, натуральный йогурт или сметана, итальянские травы, черный перец и соль. Для начала куриное филе нарезаем на стейки, а грибочки на ломтики. Порезали грибочки, мясо, готовим соус. В сметану добавляем специи и соль. Все это перемешиваем. Готов. Берем противень, выкладываем мясо, смазываем соусом и сверху выкладываем грибочки. Отправляем в разогретую духовку запекаться 25-30 минут. Пока курица в духовке, готовим самый обычный салат из помидоров, огурцов и зеленого лука. Заправляем маслом и солью. Thank you.
Наш вкусный салат готов. Наше мясо готово. Сверху мажем соусом и засыпаем сыром. Отправляем обратно в духовку еще на 5 минут. Мясо полностью готово. Сервируем блюдо. Желаю всем приятного аппетита!